Итак, всем привет, рад, что вы меня смотрите. Сегодня расскажу вам секрет на реально на 1 000 000 рублей, ну ладно, хотя бы на 100 тысяч рублей, потому что это действительно самая эффективная настройка рекламы на подписчиков, то есть самый эффективный таргет. То есть вы можете тестировать, сливать много денег, у вас будет дорогой подписчик, и ничего не получается, и вы уже отчаялись набрать свою первую 1000 подписчиков, и не знаете, сколько это может стоить и будет стоить. Поэтому рассказываю самый главный секрет. Тут я на YouTube, чтобы отдавать вам пользу, поэтому поставьте лайк, подпишитесь заранее, да, до, в общем, и слушайте. Тут у меня есть скриншот, где 18 рублей, можно делать покрупнее за подписчика, можно делать и дешевле, мы делали за 9 рублей. Вот. Но конкретно сейчас расскажу, надо тестировать каждую тематику, но в целом это самый эффективный, самый дешевый подписчик. Потому что сейчас он от 25 рублей стоит в 2019 году и 50 рублей, и 100. Вот. Что это за такой волшебный таргет, волшебные настройки такие, которые спасут ваш YouTube-канал? Это похожая аудитория. По-английски она называется look-alike. Вот, YouTube ее называет как список. То есть вы формируете свои таргеты заранее, синхронизируете вашу рекламу с вашим YouTube-каналом, и Google Ads отслеживает, кто подписался на ваш канал, кто посмотрел ваше видео, кто посмотрел рекламные видео и так далее. И со временем он формирует список, похожую аудиторию. Он ее называет как список. Это аудитория создается автоматически. То есть автоматически формируются, наполняются самим Google на основе многочисленных данных о тех людях, которые взаимодействовали с каналом. Давайте прям полный чек-лист, как же, вот тут 13 пунктов всего, как же нужно настроить кампанию в Google Ads, чтобы получить подписчиков быстро и дешево. Ну, во-первых, мы убираем источник, это контекстно-медийная сеть КМС, вот как это сделать в самом YouTube, смотрите, вот здесь. Мы заходим в нашу рекламную кампанию при создании, вот у меня сейчас будет это в настройках, но в целом вы это увидите именно в настройках. Значит, смотрите, мы заходим в настройки, там он нас будет спрашивать, а где показываться вообще, в каких сетях. Мы убираем галку «Видео YouTube», убираем галку «Партнерские видеоресурсы в КМС», оставляем только результаты поиска на YouTube. Это формат «Видео Discovery», только он у нас конвертируется. Дальше, язык только русский. Ну, действительно, язык можно указать только русский, потому что вы же на русском хотите привлекать подписчиков. Страны можно оставить все страны, то есть из других стран все, кто говорят на русском, показываться им, то есть русскоязычным пользователям, допустим, в Румынии можно показываться. Сюда можно добавить, кроме России, несколько местоположений. Например, Румынию вот мы будем тестировать, но лучше тестировать в отдельном рекламном кабинете, чтобы понять все-таки, откуда пришло дешевле и сколько нам стоил русский подписчик из России, так сказать, россиянин, сбежавший в Ригу. Вот, например. Значит, что дальше идет? Исключенный контент удаляем совсем. То есть здесь мы, в принципе... Нет, неправильно. Исключенный контент. Вот. Тут есть бета, то, что еще тестируется. Можно это не трогать. А вот деликатные социальные проблемы, смерти, критические ситуации, это лучше убирать. На этом просто не показываться. Дальше мы уже идем в аудитории, выбираем, как они взаимодействуют с нашей компанией, обзор, как взаимодействуют с компанией, ретаргетинг и пользователи YouTube. То есть это на самом деле youtube5.ru сайт, вы здесь можете подробно все это прочесть, чтобы прям по пунктам сделать и не просматривать видео, если вдруг оно у вас там где-то заблокировано, да, на работе. Вы просто открыли сайтик, все посмотрели, все настроили, сделали, раз, у вас пошли подписчики, по-моему, здорово. Итак, у нас есть несколько групп, вы можете создать группу, так ее назвать, в принципе, вот я назвал, это ремаркетинг, лайки, просмотры, репост и подписчики. И в ней уже вы выбираете аудиторию, да, в рамках вот этой рекламной кампании, вот этой группы вы выбираете аудитории. То есть здесь у нас обычно пусто, да, вы нажимаете кнопочку,
выбираете здесь обзор, извините, уже заговариваюсь, как они взаимодействуют с вашей компанией, четвертый пункт, обзор, потом раз, два, три, четвертый, и ремаркетинга и похожей аудитории. И здесь, конечно, у нас есть пользователи YouTube. У нас здесь заранее, тут много всего, много у меня рекламных кампаний, очень много, вот. И мы тут самую главную аудиторию, которую добавляем, добавили в плейлист Миша Кирсанов. По ним показываться не надо. Нет, добавили в плейлист можно, комментировали, понравилось. Посмотрели это все, кто проявляли активность, но почему-то не подписались. И, конечно же, похожа аудитория, как список, на подписчиков канала Миши Кирсанов. Это вот то самое, что нужно. Вот. Ну и, конечно, мы исключаем подписались на Мишу Кирсанова. То есть, тем, кто уже подписались, чтобы им не показываться, мы должны это исключить. Вот. Соответственно, в аудитории мы добавили вот эти 4 списка, как список. Выполнен переход на страницу канала, как список понравилось какое-либо видео на канале, как список просмотрено какое-либо видео на канале, как список просмотр. Так все должны быть как список. А у нас здесь ошибочно с вами добавлено не то. И это наша заведомая ошибка, мы ее сейчас будем исправлять. Как говорят, не бойтесь ошибок, бойтесь... Нам нужны только как. Вот эти мы сейчас все, что мы с ними делаем? Мы их удаляем. Удалить, да, удалить нам нужны как. Смотрите, оп. Значит, нам надо добавить теперь. Галку мы убираем, нажимаем на... Нам нужны аудитории как? Давайте попробуем Миша Кирсанов указать. Миша Кирсанов. Да. Вот, есть подписчики, посмотрели, а есть как. Как подписались, как подписчики, как добавили в плейлист, как посмотрели любое видео, как поставили лайк. Еще одна аудитория, которой нам здесь не хватает, да, это... Выполнен переход на страницу канала. Как список, выполнен переход на страницу канала. Мы его не создали. Как список, выполнен переход. Выполнен переход на страницу канала Миши Кирсанов. У нас оно не создано. Ну, давайте, кстати, сохранить нажмем. И в исключениях посмотрим, что у нас подписались на Миши Кирсанов. Мы в исключение, то есть минусуем этих подписчиков, чтобы им не показываться, чтобы подписчикам нашего канала не показывалась ни в коем случае эта реклама. Что тут можно сказать? Очень-очень это важно. Итак, кстати, вы спросите меня, Паша, как же создавать эти аудитории? Это же так сложно. Почему? Где они? И мы с вами сейчас прям создадим этого канала. Создадим эту аудиторию. Мы выбираем пользователя YouTube. У нас, в принципе, есть выполнен переход на страницу канала. У нас есть канал Миша Кирсанов. Миша Кирсанов, выходи. Обязательно указываем 540 дней, чтобы у нас хранились в этой аудитории. То есть, если вы потом не крутите вдруг рекламу, чтобы через месяц у вас эта аудитория не обнулилась. И, конечно же, мы называем выполнен переход на страницу канала. Называем ее с большой буквы одной рукой. Я пишу Миша К. Кирсанов. Кирсанов. Миша, привет, если ты смотришь это видео. Вернись, я все прощу.
я допускал определенные ошибки и, в принципе, в этом сознаюсь, потому что без ошибок не бывает роста. Если вы боитесь ошибиться, то вы никогда ничего не достигнете, потому что только через ошибки есть рост, да? Значит, мы создали эту аудиторию, и, в принципе, вот, ну, в общем, скоро у нас появится как список. Как список, он не сразу появляется, а если даже появляется сразу, то он там пустой, у него идет заполнение. У него идет заполнение. Сейчас мы посмотрим, есть ли у нас здесь заполнение где-то. Заполнение. Это так появляется. Заполнение. А, вот, заполнение. Вот, выполнен переход на страницу канала Миши Кирсанов. Идет заполнение. Вот так, заполнение, заполнение, заполнение. Как только он закончит заполняться, то потом создается аудитория как список выполнен переход на страницу канала Миши Кирсанов. Вот, мы с вами как раз создали такой список. Ставку, это стоимость одного просмотра, я рекомендую делать от 40 копеек. Иногда по такой цене ничего не показывается, особенно в когда начинается сезон, в сентябре, октябре, ноябре, декабре, то там, конечно же, подписчики очень сильно, конечно же, у нас растут. Прошу прощения, стоимость просмотра очень сильно растет. И мы, я просто думаю сразу, что нажать. Вот мы тут все отключили, раз, два, три отключили, оставили ремаркетинг, и, в принципе, у нас здесь 40 копеек стоит. Вот. Формат только видео Discovery, мы уже это проверили с вами, настроили. Заголовок «Главный секрет путешествий», смотри видео, подписывайся на канал 16+. Это в заголовок в Discovery, у нас уже все здесь настроено, мы, в принципе, не будем трогать. Просто в формате Discovery там нужно написать заголовок, описание 1 и описание 2. Вот. Ну вот такой текст я рекомендую. Главный секрет там вашего канала, о чем он. И смотри видео, подписывайся на канал и 16+ во втором. Вот. В исключение оформил подписку на канал. Всегда 100% исключаю тех, кто оформил подписку на канал. Мы это уже с вами посмотрели. Еще раз зайдем. У нас есть, где объявление показывается по аудиториям, да, то есть где оно показывается, вот у нас показывается в четырех местах как список, главное это вот этот список, вот, и в исключение подписались Миша Кирсанов, оформлена подписка на канал, поэтому тут все у нас верно, и исключать или не исключать тех, кто смотрел любое рекламное видео, либо смотрел любое видео на канале, это уже решает самостоятельно, просто протестируйте, насколько вам понравится эффект от этой настройки. Ведь нас смотрит большее количество людей, и не все из них подписываются. Все, кто посмотрели любое видео на канале, не 100% являются нашими подписчиками. Поэтому нужно продолжать показывать им рекламу, ну, как бы это небольшой слив бюджета все равно. То есть они могли посмотреть вас, решить не подписываться и... И если даже вы им повторно покажетесь, то они все равно могут решить не подписываться. А вот похоже, аудитория, скорее всего, подпишется. Но это не точно. Значит, места размещения. У нас обязательно должно быть 10 тысяч детских каналов добавлено. У нас на самом деле их 16 тысяч. Вот. И они в настройках в целом в... В общем, полностью в компании... Места размещения, то есть мы выбрали вот нашу компанию, зашли в места размещения по всей компании в целом. Вот, можно, кстати, анализировать, насколько эффективно реклама идет, где мы показываемся, где мы реально показываемся на самом деле. Вот. И тут у нас как раз добавлено аж, ну, в общем, да. Вернемся в нашу компанию. У нас их три в группе объявлений. Вернемся именно в наш трейлер. Трейлер канала на подписчиков. Итак, дополнительные настройки нашего рекламной кампании. В настройках прям заходим. Настройки. И смотрим, что же у нас тут есть.
у нас есть дополнительные настройки, ограничения. Почему я ставлю 8 в неделю, 1 в неделю? Показы – это бесплатное количество показов нас, то есть нас показываются, мы там в похожих видео показываемся, либо в поиске по ключевым словам этим пользователям, да, мы вылезаем. Если по этой цене мы можем показаться, мы покажемся, и за клик, и за первые там 2-3 секунды YouTube списывает нас на просмотре уже стоимость. Поэтому Discovery, кстати, дороже чуть-чуть, чем InStream. Ну, показов в неделю, то есть 8 раз мы показываемся по формату Discovery, о себе напоминаем. Если люди нас не кликнули, то, наверное, мы им надоели уже. Вот. А просмотр – это если нас один раз в похожих видео нашли, либо в поиске мы показались в топ-1, да, то мы, в принципе, если нас все-таки посмотрели, то зачем нас смотреть второй раз в течение недели, наверное, вряд ли нужно. Нужно как раз показываться один раз, вот, чтобы не переплачивать за лишний просмотр. Поэтому здесь вот эти два момента. Многие рекомендуют один раз в месяц и просмотр один раз в месяц. Я рекомендую почаще, потому что у нас 8 раз, потому среднее касание с аудиторией в России — это 8 раз. Поэтому и показываемся мы 8 раз. По моему опыту, вот, и по опыту крупных рекламных агентств, в том числе Synergy Digital. Создайте 7 списков, чтобы автоматически создавались аудитории ремаркетинга. Мы с вами уже это пробежались, вот, здесь даже не 7, 9 их на самом деле. 9 списков, которые можно создать. И единственный недостаток вот этих всех аудиторий, он, что прежде чем эти списки наполнятся, вам придется подождать. Иногда это неделя, иногда это месяц, иногда это 2. Ну вот у нас вот за недельку, наверное, за 2 набралась аудитория от 2500 до 500 000, по-моему, как подписчик. Соответственно, этот список, оформлена подписка на канал, как список, наполняется только если люди подписываются на канал. То есть на основе этих людей Google анализирует аудиторию и наполняет списки, которые называются как список. Таким образом, чем лучше ваш канал показывается, чем чаще, чем больше у вас просмотров и подписчиков прирастает, тем быстрее наполняют списки как список от Google. Поэтому пользуйтесь Google рекламой, наполняйтесь списками как список и получайте там дешевых подписчиков. С вами был Павел Доктор. Вот здесь два видео, обязательно посмотрите их. Вот здесь один, вот я так кликаю, вот на этом месте примерно. Вот, надо стрелочку здесь долепить. И вот второй вот где-то здесь. Это важно для ранжирования. Просто нажмите там плейлистик, без звучка оставьте, пускай крутится пару роликов моих на скорости 2x, пускай смотрятся, чтобы показатели канала росли. Я об этом, кстати, рассказываю в видео. Смотрите еще раз это видео. Оно сейчас вылезет в подсказках. Нет, лучше нажимайте на плейлист. Всем пока, хороших вам, дешевых вам подписчиков и большого успеха и много денег, заработанных через YouTube. Пока!